Задание номер два победила Ахмедзянова. Дальше начинается борьба, продолжается на татами номер 4. Мдесян Южный федеральный округ и Сангириев Приволжский федеральный округ. Нас пришел поменять, вести информацию, интервью. Призер Олимпийских игр, чемпион Европы Степкин Урал. Юрий Степкин Урал будет продолжать вести с вами работу с зрителями, расскажет много о дзюдо интересного. А мы покидаем вас. Спасибо за внимание. Итак, добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем трансляцию из города Тюмень, где проходит первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. На татами мы сейчас наблюдаем весовую категорию до 66 килограмм. Коллеги уже говорили по ходу поединков. И вот сейчас уже третий круг турнира, ну, с учетом приведения первого круга, где распределены были неравномерно соперники. На татами в белом кимоно представитель Южного федерального округа Мдесян и представитель Приволжского федерального округа Сангириев. Оценка в азаре. Вот с таким разрывом сейчас ведет преимущество Сангириев. И несмотря на то, что у него уже две желтые карточки, ну, две желтые карточки по большому счету,
Ни о чем не говорят, поскольку есть оценка в Азаре. Вот когда идет трактовка судейская и обсуждение, нужно наказывать, не нужно, если пассивность. Вот, допустим, Магдасян несколько раз здесь атакует, да, хотя инициативу перехватывает Сангирия. Когда идет оценка в Азаре, а в Азаре всегда близко к Купону, в таких случаях, ну, за крайним исключением, могут дать четвертую шида, которая может быть внести перевес в ход поединка. Пока примерно равная борьба. И Мгдасяну для того, чтобы отыграть, ну, примерно равная по стилю, по манере ведения, да, вот мы видим, Мгдасян идет, обостряет в атаку. А Сангирей, такое ощущение, что работает вторым номером в ожидательной позиции. Поскольку ведет в Азаре, есть ли смысл ему распыляться или нет, но все-таки нужно активно действовать, поскольку если не будет активности, то судья вот может прибегнуть к тому, что я уже говорил, да, дать третью, а впоследствии, возможно, и четвертую шиду. Хотя в практике это не так часто и встречается. Все-таки оценка в Азаре всегда близкая к Купону. На татами, в соседних татами проходит также соревнования в весовых категориях до 48 килограмм, 52 килограмм. И вот на соседнем татами идет борьба, предварительные поединки весовой категории до 60 килограмм. Примерно по проведению, по этапности проведения, все примерно идет в одном ключе. Где-то третий круг уже наступил. И третий круг идет, проходит турнир. С вами Юрий Степкин, представитель Уральского федерального округа. И к нам подключился, присоединяется сейчас Михаил Анатольевич Рахлин, представитель города Санкт-Петербурга. Добрый день, Михаил Анатольевич. Добрый день. Ну, по ходу поединков можно многое рассказать. Да, третий круг, это уже все непросто. Это уже идет борьба за восьмерку. За выход вот, восьмерку. Да, конкретная схватка сейчас, она еще не за выход восьмерку. Но все же там вот борется Мгдасян Егор, да? Это лучший спортсмен мира, на первенстве мира по юниорам его признали. Да, это действительно было так. Он был признан одним из лучших спортсменов. Ну, и является действительно ярким атлетом. Но вот что-то не заладилось у него. Ну, сейчас уже хотя отыграл, да. Проиграл в Азаре и долго-долго не мог собраться. Мы видели более яркие поединки в его исполнении, но вот коса на камень порой попадает. И тут я вижу, что это ссылается на травму руки небольшую, да, держит руку или кровотечение, во всей видимости, есть. А может быть, тактика, просто очень много сил потратил, может, очень немножко отдышаться, потому что действительно упал, там было в Азаре Япон, дали в Азаре. Вот, очень много сил потратил, чтобы отыграться, почти 2 минуты отыгрывался. Вот, и, видимо, может, тактическая это уловка. Ну вот новшество, которое совсем недавно было введено, ну как недавно, сравнительно недавно. Для того, чтобы оказать медицинскую помощь спортсмену, уже это делается не в середине желтой рабочей зоны, а за пределами татами. Якобы, ну, не показывают там травмы на публику. Да? Я думаю, и в этом смысл, но и в том смысле, что если травма, тоже кровотечение спортсмен получил на татами, пока оказывают помощь, можно татами залить. Ну да, действительно, чтобы не убирать лишний раз и для того, чтобы быстрее продолжить, да, ход поединка. Мгдасян, да, яркий спортсмен, хорошо делает учимату, такой прекрасный подхват у него в его исполнении, и, по-моему, это Нагучи также учинит, да? Краснодарский край, предполагаю, что да, скорее всего, да. Ну, мы говорили уже. Просто здесь его нет сейчас, поэтому секундирует его старший брат, который тоже неплохо боролся, но вот младший сидит, вот по результатам немножко превосходит старшего брата. Ну, да, традиционно и в Южном федеральном округе, да вообще, в принципе, во всей России, если занимается один из братьев, и даже сестры будут заниматься так, да, то и второй устремляется по пути первого. Многие даже в спорт приходят вот именно таким образом. Ну, вспоминая о себе, я, в принципе, тоже старшим братом пришел. Это нормальная практика, потому что, ну, есть и школьность определенная в территориях, в регионах, где популярно дзюдо, ну, все идут, ну, если не повально, то большое количество детей устремляется для занятий этим видом спорта. Шида дали, шида третья, представителя Приволжского федерального округа Сангириев. И вот сейчас уже, ну, я хотел сказать, тактическая борьба. Нет, пытался сделать болевой, перейти на болевой прием Мгдасян. Безрезультативно, но за 12 секунд, наверное, это в принципе, ну, вот не в первом поединке, я смотрю, Мгдасян постоянно берется за ребра, видимо, какая-то травма мешает ему более ярко бороться, как мы уже говорили, что действительно яркий спортсмен.
Хотя, чем выше, чем старше возрастная группа, тем сложнее бороться. Ну и все, время вышло. Довел до победы. Посмотрим, как в следующих схватках будет складываться у него. Потому что первое, я так помню, тяжелый поединок у него был. Тяжелый. И постоянно он берется за ребра. Вот вы знаете, по всем правилам, по всем канонам, если человек будет травмирован и вдруг будет показывать, ссылаться, там, хвататься за бок, то, в принципе, в этом случае арбитр может приостановить ход поединка. Я, честно говоря, предполагаю, что там что-нибудь, может быть, со сгонкой веса было связано. То, что, как слышал, много гоняет. Ну, мы увидим. Действительно, спортсмен высокий, такой атлетично сложен, несмотря на то, что, ну, как говорят, спортсмен сухой, да, сухчавый такой, жилистый, да. Вот, и...